Давным-давно, кажется, в прошлую пятницу, жил в одной стране медвежонок под именем Винни-Пух. А почему под именем? Потому что над его дверью была надпись «Винни-Пух», а он под ней жил. Однажды Винни-Пух отправился в лес, чтобы немного подкрепиться. Он всегда был не прочь подкрепиться. Кроме того, он был поэт и в свободное время сочинял стихи и даже песенки. Приблизительно такие. Пам-пурум, запилки, пум-пурум, тарам, вопилки, пом-пу-пом-пом. Если я чешу в запилке, не беда. В голове моей опилки, да-да-да. Но хотят-то мы и опилки, но кричалки и вопилки, а также шумилки, пыхтелки и сопилки, сочиняю я неплохо иногда. Да. Хорошо живет на свете Винни-Пух, оттого поет он эти песни вслух. И неважно, чем он занят, если он худеть не станет, а ведь он худеть не станет, если, конечно, вовремя подкрепиться. Да. Трам-пара-па-пам-пара-па-пам-пам-па. Пум-пурум-па-пу-пурум-пу, трам-пам-па. Пум-пурум-па-пу-пурум-пум. Пум-пу-пум-пурум-пум-пум-пум. Пум-пурум-пум-пум. Это же неспроста. Самодеево жужжать не может. Значит, кто-то тут жужжит? А зачем тебе жужжать, если ты не пчела? По-моему, так. А зачем на свете пчелы? Для того, чтобы делать мед. По-моему, так. А зачем на свете мед? Для того, чтобы я его ел. По-моему, так. Если б мишки были пчелами, то они бы ни почем никогда и не подумали так высоко строить дом. Ой, мишка очень любит мед. Почему? Кто поймет? В самом деле, почему? Мед так нравится ему. Итак, Винни-Пух отправился к своему лучшему другу поросенку Пятачку, который жил в домике с надписью «Посторонним В». А кто такой был «Посторонним В», об этом не знал даже сам Пятачок. Доброе утро, Винни-Пух. Доброе утро, Пятачок. Интересно, нет ли у тебя случайно воздушного шара? Воздушного шара? Да. Я как раз шел мимо и думал, нет ли у Пятачка случайно воздушного шара? А зачем тебе воздушный шар? Мед. Что? Мед. Кто же это ходит за медом с воздушными шариками? Я хожу. А как раз накануне Пятачок был в гостях у кролика, и там ему подарили два прекрасных шарика, синий и зеленый. Какой тебе больше нравится? Вот что, когда идешь за медом, главное, чтобы пчелы тебя не заметили. Ага. Если шар будет зеленый, они могут подумать, что это листик, и не заметят его. Ага. А если шар будет синий, они подумают, что это просто кусочек неба. И тоже ничего не заметят. Как ты думаешь, они не заметят под шариком тебя? Может, заметят, а может и нет. О, я притворюсь, будто я маленькая тучка. Тогда они не догадаются. Ага. Тогда тебе лучше взять синий шар. Куда идем мы с Пяточком? Большой, большой, большой секрет! И не расскажем мы о нем, о нет, и нет! Да, у тебя есть зонтик? Зонтик? Видишь ли, я как раз подумал, а не захватить ли нам на всякий случай зонтик? От этих пчел всего можно ждать. Ага. Куда идем мы с Пяточком? Большой, большой секрет! И не расскажем мы о нем, о нет, и нет! Да. Подержи. Ну вот,
Теперь я совсем как настоящая черная тучка. Куда идем мы с пяточком? Большой, большой секрет! И не расскажем мы о нем, поверьте мне. Да? Нет. Надувай шарик. Ага. Отпускай. Ура! Что, здорово? Ну, на кого я теперь похож? На медведя, который летит на воздушном шаре. А на маленькую тучку разве не похож? Нет, не очень. Ладно, может, отсюда больше похож. Разве знаешь, что придет в голову этим пчелам? Пятачок! Что? По-моему, пчелы что-то подозревают. Что подозревают? Не знаю. Но только они ведут себя подозрительно. Может, они думают, что ты хочешь утащить у них мед? Пятачок, кажется, они не верят, что я черная тучка. А что делать? Открывай зонтик и ходи взад-вперед. Я буду петь тучкину песню, а ты смотри на меня и говори. Кажется, дождь собирается. Ага. Дождь собирается. Кажется, дождь собирается. Кажется, дождь собирается. Я тучка, 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 я вовсе не медведь. А как приятно тучке и по небу лететь. Ай, что, кажется, дождь собирается. Что? Я думал, думал, я все понял. Оказывается, это неправильные пчелы. Совсем неправильные. И они, наверное, делают неправильный мед. Я вниз спускаюсь. Кажется, дождь собирается. А как? Об этом я еще не подумал. Кажется, дождь собирается. Пятачок! Что? У тебя есть дома ружье? Есть. Неси его скорей. А в синем-синем небе порядок и уют. Поэтому все тучки так весело поют. Эй, пятачок! Я есть! Стреляй! Куда ты стреляешь? Пчел, конечно! Да не пчел! Ты должен сбить шар! Но если я выстрелю в шарик, он же испортится! А если ты не выстрелишь, тогда испорчусь я! Ой-ой-ой! Разве не попал? Не то, чтобы совсем не попал. Но только не попал в шарик. Прости, пожалуйста. Винни! Может быть, именно поэтому, хотя и нельзя сказать наверняка, его и назвали Винни Пух. А не пора ли нам подкрепиться? По-моему, пора. Ну что ж, сказки конец, то есть конец этой сказки, а есть и другие. Про Пуха и кролика, про пятачка и старого серого ослика и про всех остальных.